Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я решил проучить одного китка. Вы не поверите, кто это? Ну, примерно 2 месяца назад я снимал видеоролик там, где я взломал одного китка. Так вот, он обратно начал обманывать людей. Поэтому, ребята, прямо сегодня я зайду на его аккаунт и проучу его по полной программе, потому что он не поменял пароль. Поэтому, ребята, если вы против кидала, прожимайте огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! Ах да, важное объявление. Сколько лайков вы наберете под этим видео, сколько голды я подарю, вам надо просто подписаться на мой канал, поставить лайк и посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Ну и в комментариях написать ваши ID. Всем желаю удачи. Мне кажется, то, что в прошлый раз было слишком легко, потому что он выводы не сделал. Он мне пообещал, что больше никого обманывать не будет. Я клянусь, больше не буду кидать, просто. Только не надо взламывать аккаунт. Не надо менять пароль, не надо забирать у меня этот аккаунт. Это все, что у меня есть. Пожалуйста, ну я правда, ну пожалуйста. Ну на самом деле продолжил этим заниматься. Ну, ребята, прямо сегодня Кентуха придет и тупо вырубит вас с локтя! Погнали! Давай, 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 заходи! Если я сейчас зайду, это означает, что он не поменял пароль и все хорошо. Так. Я на его аккаунте! Yes! Ну что же, ребята, меня интересует только одно. Правда ли то, что он обратно начал обманывать людей? Давайте мы прямо сейчас вначале посмотрим просто, что у него с аккаунт. Чижик, все понятно, дальше. Лучший рангмастер, то есть мы видим то, что он жесткий киберспортсмен. Ё-моё, во втором сезоне элита, а в первом сезоне тоже мастер. Ничего себе, сказал я себе. В союзниках в сезоне номер 3 рейнджер, и в общей статистике у него 1.35 кд и целых 2000 часов онлайна. Обалдеть! И давайте посмотрим, когда же он последний раз играл с Тедо 2. Он играл сегодня! У него даже 21 килл, почти 4 кд. Блин, ребят, я вот думаю, а вдруг он софтер? Кто его знает так? Тут он играл на втором месте, но опять же плюсовое кд. 2 кд! Ничего себе! А, кстати, да, ребята, он состоит в клане Маслята. Я очень сильно надеюсь, что он не обманщик. Пожалуйста, я хочу зайти в твои личные сообщения, чтобы там не было никакого скама. Пожалуйста. Бро, ты попал в прокачки инвентаря, напиши логин, пароль, рил. Что? Он до сих пор продолжает обманывать людей? Ух, ребята, я его проучу. Бро, ты попал в прокачки инвентаря, напиши логин, пароль, ура, ты топ. Вот тип написал логин и пароль написал, просто палить не хочу. Я просто в шоке, как люди на это ведутся. Вы чё, ребята? Никогда никому не пишите логин, пароль, если это не Кента ПК или какой-то популярный ютубер. Бро, ты попал в прокачки инвентаря. Не верю, мяч через Facebook могут винг дать. Еще не написал логин и пароль. Так, что же написано тут? Он тоже пишет логин, пароль. Ребята, вы ненормальные, не верьте никогда. Я, честно говоря, никогда не мог подумать, что люди насколько доверчивы. Шо, ребята, включайте ваш мозг, крутите шестереночки, ну ё-моё. Реально, ау, 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 пиши данные, да-да-да, давай ты лучше купишь скин. О, тут парень сразу с умом пишет, давай ты лучше купишь скин. О, братан, о, лайки, красавчик, мозги включил. Я просто в шоках, ребята, посмотрите, он каждому писал, своему другу пишет логин, пароль. Чижик, это очень плохо, и поверьте мне, после этого видео он больше никогда никого не обманет, потому что, ребята, расплата будет очень жесткой, чтобы он ее запомнил на всю жизнь, потому что, ребята, я просто в шоке, вот тебе же сейчас скину, пишу, не кидай, правда, не кидай. Тройте пишет 5 мин, все поверили, еще раз повторюсь для моих подписчиков, никогда никому не давайте логин пароль, если это не Кента ПК, не ТикТак, ну какой-то непопулярный ютубер, никогда, ни при каких обстоятельствах, вам ясно, хоть вы там Кирмит Голд выиграли, не надо, а там будете мне писать в ВК, ой, Кента ПК, меня обманули, помоги. Ну а прямо сейчас, ребята, я предлагаю его проучить, чтобы он больше никогда никого не обманул и никого не прокачивал. Ну что, приходим в инвентарь, у него просто разнос, вы посмотрите, 13 тысяч голды на счету, а ты что, дорогой, 10 кейсиков, ну что, ребята, ну я думаю, можно немножко нанести суету. Первый фейбл кейсик полетел! Рарочка выпала! Ой! Да ничего страшного, ребята, это же аккаунт Китка! Мы можем делать все, что мы захотим на этом аккаунте, потому что, ребята, он обманул людей. Что у него есть? Давайте посмотрим. 2 пары перчаток, тычки, легаси, ничего себе, это ты что? У него даже есть АВМ Генезис с дорогущими наклейками. Ох, ребят, ребят, кажись, сегодня будет очень весело. У него есть АКР Спорт с 4 дорогущими наклейками с Хэллоуин коллекции. Что? Мне интересно только одно. Он сам купил вот этот АКР Спорт? Или он у кого-то?
украл! Что мы видим дальше? Тег 9 Needle. Ну тут наклеечки самые обычные. Еще есть 9 кисечек. Он, наверное, их купил для себя. Но ничего страшного. Надо делиться. Так. М40 грипп. Да ты шо? Иди сюда, мой сладенький. Открываем дальше. И что нам выпадает, ребята? Нам выпадает обратным 40 грипп. Я не понимаю. Это стендов 2 намекает, что я гриба пенчи или что? Или гриба бас? Следующий фейбл кейсы. Делаем буст раз, делаем буст 2, делаем буст 3, делаем буст 4. Аркана! Так, я что-то не понял, пацаны. Я вот не пойму, я хочу, чтобы выпала аркана. Но с другой стороны, это же аккаунт китка. То есть, когда выпадает рарка, это хорошо. Рарка выпадет. Ах, блин, легендарка выпала, ё-моё. Мне интересно только одно. Это его голда или он эту голду тоже забрал у кого-то с подписчиков? Ребята, пожалуйста, не пишите ему логин и пароль, вы чё? Так, открываем следующий фейбл кейсик. Она выпадает MP45 Cerberus. Не, вот если честно, если бы выпала бы Legacy, я бы эту Legacy разыграл бы среди кого-то с подписчиков. Ребят, я вам скажу только одно. Это будет очень смешно, когда он зайдет на аккаунт и такой: что произошло? Кто меня взломал? А никто не взломал. Это Кента пока зашел на аккаунт. Восстановить справедливость. Вы понимаете, о чем я, да? Потому что, ребята, обманывать моих подписчиков никто никогда не посмеет. Desert Eagle Statrek. Так, ребят, ну что-то слишком другой скин. Я предлагаю заодно голду его продать. Опа! Улетай! Давайте мы сейчас сделаем буст на рарке, чтобы выпала рарка. Все как мы любим. Ну чё, давай, чишек, рарочку тебе дарю. Так, легендарка? Я не понял. Кто не понял? Это как ему легендарка-то выпала? А, на крафтик немножко не хватает. Смотрите, у него есть такие красивые наклеечки. Опа. Ой, одной наклеечки не стало. Наклеечка номер 2. Опа, второй наклеечки не стало. Просто, ребят, представьте, он заходит на аккаунт, не понимает, что произошло. Наклейки пропали. Все пропало. Также у него есть 4 арканы. А давайте-ка мы... Опа! За одну голду, так сказать, поможем кому-то. Вот, парник, доброго вечера. Добрый вечер, не спишься. Вот тебе дарю скин за одну голду. Так, дарим еще кому-то скин за одну голду. Ва-ва-ва-ва. Брать и тебе. Мне не жалко. И тебе подарим за одну голду. И еще кому-то за одну голду давайте подарим. Ребят, ну а че бы нет. Слушайте, а может быть мы сотрем наклеечку на его АВМ Генезисы? Или это уже слишком жестко даже для китка? Я не знаю. Ладно, ребята, это за то, что он обманул подписчиков. Братан, это тебе будет уроком, чтобы ты больше никогда никого не обманывал. Потому что мне на тебя жаловались в Дискорде. То, что ты обманул человека и не прокачал, а просто взял и украл у него скины. Потом, братик, одна наклейка. Так, ну давайте Легаси я тоже продам за... Хотя нет, вот если честно, это жестко даже для китка. Давайте мы просто, ребят, запрячем за 3000 голды. Так сказать, немножко его проучу. Тычки эйситы, ну давайте их тоже, ребят, выставим на рынок. Просто, если честно, мне даже совесть не позволяет даже вот на аккаунте китка вот что-либо такое делать. Потому что я буду ничем не лучше его. А вот купить, например, анкамоночек, ребят, ну это я с радостью. Штук так 160 за одну голду. Пух! Купил 160 анкамонок. И, как видите, ребят, ни одной наклейки. Эх, жалко его. Ну, хотя как жалко. Мне больше жалко тех людей, которых он обманул. Но его тоже жаль. Ну, как-то, ребят, ну я не могу. У него есть USP Genesis. О, что? Так, ребят, я протру глаза, потому что я не верю своим глазам. У него есть USP Genesis. А давайте-ка мы этот USP Genesis выставим за 30 тысяч. Голды тоже на рынок. Он зайдет. Он не понимает, что произошло. Так, а теперь у нас еще есть очень много голды. Я предлагаю эту голду потратить на какие-то статреки по типу М4 Grand Prix. Ему же нравится этот скин? По-любому нравится. Сейчас мы ему выберем. За 124 голды, 4 клейки В2. Иди сюда! Правда, можно купить такой же самый скин за 60 голды, но ничего страшного. О, одна наклеечка. 150 голды. То, что доктор прописал. Иди к папе. 150 голды, дзынь. Мне кажется, это уже перебор. Я уверен, он зайдет и он пожалеет, что он кого-либо когда-то обманул. Давайте не поменяем. Я кидо. Все, чтобы все знали то, что ты кидо. Дарочку поменяем, знаете, на что? Вот этого бандита, потому что он бандит. А давайте-ка мы ему, ребят, сотрем еще одну наклеечку. Так сказать, под шумочек. Вот эта наклеечка пью.
улетело. Ой-ой-ой, ребята. Ха-ха. Ох, ребята, просто посмотрите на этот инвентарь. Я думаю, ему объяснять ничего не надо. Он все поймет сам. Он поймет то, что он был неправ. И я уверен, то, что он больше никогда никого обманывать не будет. Но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас напишите ваше мнение в комментариях. И что мне делать с ним вообще, потому что я не знаю. Я предлагаю, а давайте мы его наберем и включим ему демонстрацию экрана и посмотрим на его реакцию. Вот я тебя и нашел. Ты демонстрацию экрана видишь? Да, да, вижу. Узнаешь этот аккаунт? Что ты делаешь на моем аккаунте? Выйди. В смысле выйди? В смысле выйди? Ты мне объяснишь, что такое? Что это такое? Бру, ты попал в прокачку инвентаря, напиши логин и пароль. Что это такое? Это... Да? Больше были кейсы, я их всех продал. Посмотри, эти комонки. Я их купил для инвентарь. У тебя было очень много голды, тебе осталось всего лишь 12900. И прямо сейчас, если ты искренне извинишься, я продаю твою спидинейс за 0.3. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Не надо, пожалуйста, все. Ты хочешь? Я признаюсь. Признайся, что ты сделал. Как много людей тебя обманул? Отвечай. Да немного, но... Писал каждому. Зачем ты это делал? Зачем? Я хотел посмотреть, что у них на аккаунте. Подожди, зачем ты обратно меня обманываешь? Ты хотел взять их скины, своровать. Ладно, говори правду. Я хотел заскамить. Прямо сейчас. Извинись перед всеми теми, кого ты обманул. И пообещай вернуть им всем голду в два раза больше. Ребят, кого я обманул, извините, пожалуйста, отдам голду в два раза больше. Ребята, кого он обманул, пишите в комментариях. Да-да-да, это пойдет на YouTube, чтобы все знали. И больше ты никого не обманывал. Я очень надеюсь, что ты искренне извиняешься. Скажи честно, вот чисто, чисто между нами. Это искренне? Правда, искренне. Я больше никого обманывать не буду. Вот 100%. Я очень сильно на это надеюсь. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо эту секунду прожмите, пожалуйста, лайкусик. Я думаю, на сегодня, если его хватит, я надеюсь, больше никого... Жизнь! Он никого обмануть не будет, и он усвоит урок на всю свою жизнь. Правда, Чижик? Да, правда. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайкусик и напишите в комментариях, что делать с его аккаунтом, потому что, ребята, я не знаю, но я очень надеюсь, я буду проверять, чтобы он всем отдал голду. Если он голду не отдаст, я в моей телеге по ссылочке в описании напишу логин и пароль от его аккаунта, потому, ребята, подпишитесь на мою телегу, вдруг он решит дальше обманывать людей, то я напишу логин и пароль от его аккаунта. Также, ребята, подпишитесь на мой YouTube канал, напишите любой хороший комментарий в YouTube, поставьте лайкусик, всех обнял, приподнял, всем хорошего настроения, с вами был ваш Кентуха. И надеюсь, исправленный кидок. Всем пока!